комплекс, смотрю, там уже нет масла. Ну, тебе Может, важен часик один баф прошел. масла, но... Так, нет, я просто даже ради эксперимента сделал это вот чисто вот одел, намазал, сменил, возвращаю, уже нету. А во, это в Дискорде? Да. Да. Ура, привет. весь голос, привет. Слав, можно, опять чтобы сейчас... Сейчас пизды будешь получить. Не-не-не, Слав, можно после рейда тебе отдельно с ребятами, которые, ну, вот мы в первый Я, короче, уже знаю, кто хуесос. Сори, ребята, сегодня опоздал. У меня это самое, на работе, блядь, транспорт, задержался, блядь, каких-то бухих там, блядь, на дороге подобрали. А Уга тут, нет? Меня, что ли? Да, я тут, а чё? А ты не принимал просто. Подушка и Уга. Еще раз тогда готовность. 5 хилов, да? Танк, рарник, я. Ну давай сразу этот гримзол на подстраховку, потому что вдруг хуй знает, вдруг сложит опять палов каких-то или меня там. Я тебя закинул в этот в пати хилов. Секунду. Ты этот бидон щиток давай на воде держи, а на вен частицу на воде, фарла частицу на... Кто там из них слабее? Ну давай, давай на рарнике. Ну а гримзол, щиток. Ну давай на этом, на холидринке. Слава, поставь, пожалуйста, на танков метки. Ты что тут забыла? Первая группа. По тебе соскучилась. Пришла, ну, на дороге нашли. Пришла к Войду в гильдию рассказывать, как я там, блядь, на циркуле рейл. Я уже, короче, вообще даже не говорила. Уже, даже я уже, короче, себе. Знаю, кто пидор в гильдии, блядь. Ну, ты все понятно. Yeah. Ой, так, а каски это раздаст кто-нибудь? Да, ей уже все рассказали, пока тебя не было. Ну я вижу 4 пала. Ну, каски-то по-любому должны быть от одного хотя бы. Погодите, я каски раскидываю. Ну, у нас всех должно быть. На палах у тебя перебило. Поменяем поле павера. У меня каски стоят, форт павер. Хольдрин готов? Там. А, блядь, все вижу. Слава, мне уже в ПМ пишут, компромат на тебя собирает. Я им соберу нахуй. Покикаю нахуй, блядь. Они знали друг друга 10 лет. Холидринк, холидринк только остался. И умерли в один день. Нет, холидринка нету. Может, в басне складывать. Че, вы давно стоите на ребре? Ну, полчаса уже. Че, реально, нихуя себе, быстро собрались. Жестко. Бабучку бы так собрали. Ну, минут 20. Может 15 стоим у ребра. Пиздец, хуёво, конечно. Полчаса больше. Давайте ребро ебанём, там же перед леди раздадим всю хуйню. Людринг через час, говорит, уходит. Надо, блядь, сейчас с первого пула леди ебануть, чтобы потом кое-кому не танчить. А его нету еще. А у тебя на хп есть, да, на хп? ЛКшная. Да-да, пойду. Я не учил рецепт на этот, на БКшную, блядь. На другой фласке, там что, перед леди уже? Да, да, перед леди, да не, это ребро не это. Перед леди раздадим. Все, холидринг подошел, еще раз проверка. Кстати, да. История, ты это не поставишь этого, блядь, кто на... Глиф на хитрости нахер напуливать не будем. Так у меня вроде есть. Погнали. Там самое главное, готовьтесь с луж выбегать. И все. Ну и босс лево-право бегает, как обычно, вы знаете. А что, будем под боссом стоять? Мы... Или будем лужу водить? Танки под боссом, да. Или ты про кого? Ну вон они сбоку стоят, там РБДшники. Слева-справа. Он... Ну это один из них я. Ну Хэлла я вижу, да. Вон Ханта разбейте, Хант это или кто? Да, Хант. Вот РДД вообще похуй, стоят не бьют. И если будете оставлять людей на шипах, то через вас лужа пойдет, через рейд. Шип на Хэлла, слева. И готовьтесь его захилить, он когда шипа слезет. РДД вы тут? Вообще никто шип не бьет. Давай по никам перечислять. Эйя, Песа, Мистери, бейте, пожалуйста, шип. Так, на первый вихрь дал незыбку. На второй будешь этот. Ну давай, будешь холидринг давать. А рардик там на свое усмотрение.
Когда босс перебегает в одну сторону, поближе к нему подходите, а один человек дальше, ну вот, вот так, да, поближе подходите, чтобы он вас в рейд не зачаржился. В принципе, вы все это уже помните, так что... Сейчас мы в центр его подтянем и зайдете за спину. Вот, пока он кастует танки, нам ничего не грозит. Вот, мы заходим, встаем. А приста ди... А, приста 2, да, нормально. Ладно, хуй с ним. Давай, Гримзол, ставь тотем, ПС и гимнамана. Шип. Хил. Так, давай, кто там, холидрин, давай, сокру. Немножко поближе к боссу подбегите, а то в рейд чаржнется. Смотрите, в рейд чаржнется, блядь. Все. Слушай, выходите. На киса вставалку, щиток ему захилить. Друид инвалид, реса Эйю. Центр босс подойдет и потом повернем его. Не надо там, зачем? Подходите, подъебал. Ука, блядь. Так, этот самый синтек реса Холидринка быстрее. Сразу фулбаф по нему, вставай быстрее. Фулбаф быстрее захилить, 6 хилов, работаем. И подъебало. А Геры не было? Ну, дайте сейчас этот самый, теперь Вадикон Рависта резы. Хил. Шип хелло слева. Мистери СС сделаешь по Рависту, дашь? У него последний БР. Бидон, ставь тотем и ловиться на ману, читай. После шипа, после шипа прочитаешь. Так, Вадикон. А, там она у всех нормально. Ну, по бидону залей, Вадикон. Я не зыбку отдавал до вихря, так что сейчас смотрите, нормально. Там в лужах не стойте. У нас сейва нету. Сейчас уже... масса крайша есть, если что. А, ну хпалы там на свое усмотрение. Давайте сейчас центр подойдет, он, я его разверну. Сейчас он подойдет, все, разворачиваемся. Угу. Выходите, слушай, быстрее. Захиливайтесь. Одно и то же все по кругу повторяется. Холи дринга хил. Ревностных у вас нету ни у кого? Биг Дэм, блядь. У меня нету. Холидринка нет? Пойдет. А, спадется. Нормально. Там пару секунд. Так, Биг Дэм. Ладно, пускай у Рависта БР будет, у него еще СС есть, пускай полежит Биг Дэм. Сейчас на вихре не зыбку дам. И сейчас подожду, когда лужа в рейд пойдет. Так, ну вот дам на шипах плохо.
Там 14 лямов добьете, я думаю. Чё ты? Типа как так меня постерезал, он делал вообще. Подъебало за что? Не-не, типа я уходил и убивал шип на РДшнике. Ревнос не сработал в поле дринк. Ну давай мы сейв, там хуй знает. Прожимайтесь. Он полтинник отдал. Ханк на шипе справа. По фарлу дайте за этот... Иннер. Друид, да, друид инвалид, давай по фарлу. Уравник ревностный. Ревист по Эновену. Давайте массакры, это холипалы. Немножко поменьше, по нам урон будет. А, секунду. Хан справа на шипе. Короче, все друиды иннеры отдавайте в это. Хилов. На этом вихре, я думаю, добьете, что там три ляма допинаете. Два настава выходит из игрового мира. Вылетел, что ли? О, можно шипики он разбить. Он не в нашей пати, если что. Ревист-то вылетел, блядь. Вот осколок. А это топовый поезд, да, на кастер? Ну да, пока что нам. Рисните, пожалуйста. Давайте. У кого чарки не топовые, кстати, тому, наверное. Да не, пацаны, это поражение. Надо было именно сейчас пойти что-то погладить. И выдернуть кого-то. Ну, второй АПД, просто поезд падает, да? Неплохо, ну. Я очередной раз убеждаюсь, что да, там ДПСится лучше. Кем ДПСится? Датом. Чё за дат? Ну бухим, пьяным. Нахуярился. Не бухим, не бухим, я не пьяный. А, датом, датом, понимаешь. Ну ты как бухой, только еще не бухой. Ну под да, датой. Просто под датой. Кондиция. Это, а когда ты будешь бухим? В рейде или уже все? Нет, это я уже не буду. Так, что мы с вами будем делать с осколками? Ролить? Ну почему? Типа уже написано, первый собираю, я потом уже полюбили. Мы типа в прошлый раз же решили. Я просто не помню, как мы договаривались с вами. И мы на эту тему вообще не говорили. Говорили? Говорили. Ну, Холи Дринк пока в обычках типа собирает. А, да, точно. Посмотрите на свои руки. Только получается, Малефицисту в первый рейд не надо ходить, да? Потому что второй рейд на 8 боссов. Наверное, пересадим Малефициста на второй рейд. Может, тот рейд будет больше проносить. Я вчера был во втором рейде, причем... Ну, я говорю, в следующий раз тоже пересадим. Короче, какая-то хуевая ситуация, это... Залупа полная. Я вчера вообще сгорел во втором рейде. Мало того, что туда не пришел никто, так еще... А там, по большому счету, сколько там людей-то не хватало, блядь? Ну вот, человек 5 я насчитал тех, которые перестали играть. Ну, взятый Спокман, и еще там человека 3 я насчитал по никам, ну, кто ливнули там. Ну, и считай, и надо было все равно еще 4 человека добирать. Там еще надо найти этих взятых остальных, поспрашивать, что за хуйня была. Так а нахуй их искать, если они, кто на офф ушел? Ну, вот сказали, Прист на офф ушел. Нет, ну, я знаю, кто куда съебался, остальные. Там у нас в статике было человек 15, наверное, если не больше. Остальные где делись, блядь? Двое челов ливнуло, потому что их не устроило, что мы РТ поменяли. Ну это Вар и Зивандис. Это не со взятого статика. Это Спокмановский был, да? А, ну Зивандис ливнул еще челов. Зивандис же со взятого был, по-моему, нет? Зивандис ушел, просто он со взятым играет, в основном. Два корефана, да. А взятый что, тоже ушел или что? Ну, он, как надоело ему Вовка пока, сказал, вроде на неделю. Там... Не, я просто с гильдии ливнул или что делал. Нет, взятый из гильдии не ливнул. Не, бывает, что он доедает. А на замену есть там пати?
Да. А чё, толпа, хисториал, куда пропали? Там вон притон плюсует. Патч ставил на духов. Кинул нас, нахуй. Сказал, бейте сами, нахуй. Ту хуйню, блядь. Есть куча друидов, статики взятого, которых не было вообще. Вон там Миш какой-то был, я его один раз видел. Ну, я тех друидов видел, Мэтт Фокс, Маккалстера. Ну, по тактике слабовато пока что. Может, получше будет потом. Там Натура, Хилл, Эрдруш. Натура не играет, он не играет. Ну, сразу вот, не играет. Морда, ну морда ладно, у него график 3/3. Так, если что, у нас кто же будет танчить, блядь? Если уйдет хули. Ты подальше, что ли? Да. Ну, если что, у меня есть паладин. У Хэла, да? Да. Ну ты тоже шаришь за него, да? Там за паладин ротацию, всю хуйню эту. Ну конечно. Ага. Так. Давай сразу друид инвалид, сразу чилить. Надо, Притона надо возьмем. Патч. Надо патч поставить. Ставьте, что, ставьте патч, ставьте патч. Так, давай подумаем. Не, ты будь совет. Гримзол пусть побудет в этом. Ну, тебе вихрь с подручней кидать будет. Значит, по вихрям у нас есть три красавчика. Равис, ты в сове будешь или в коте? В сове, наверное, поприкольнее будет вихрь кидать. У меня мейн сова. Нет, я имею в виду сейчас на этом боссе. В ком скажешь? Просто что я думаю, в коте хуёво там и это. И бегать надо будет до людей. В сове, наверное, будь тогда. Будьте в три совы. Значит, все квадраты Вадикон будет. Все треугольники Синтека, Равист, все луны. Вот по контролю это ваша хуйня. Ну а теперь по сторонам. Как мы там сделаем? Три рога босса бьют и песа босса бьет. А теперь вот здесь слева. Кто у нас там танчил-то, блядь? И ДКшник один, сука. Так, тут слева будет... Полидринг. Тут твои два моба. И три моба, короче. Так, а вот здесь. Здесь справа будем я и Рарник. Так, Рарник. Твои мобы, значит, ближний к леди. И центральный фанатик обязательно. Вот этого ближнего к леди, который вот в кружке туда дальше. Ну, ебанул у него что-нибудь. И набираешь агрона фанатики. И похуй на все. А я, короче, это грипаю с лестницы. Если там фанатик, я на нем набираю. Если этот пидор, то грипаю. Вот. Ну, по станам. Этот стан на взрыв. Ну, это получается на фанатика с центральным твой кружок будет, если что, туда дашь. Потом, что, слева у нас бьют. Эту пачку надо разделить. Так. Элем. Короче, три совы. Два лока. И маг. Три совы, два лока и маг. Кто еще там, блядь? И Давакин. Вы зергаете в звезде мобов. Ну, как обычно, зергаете вот этого центрального, вот, потому что он приверженец, чтобы он на себя щит не ебанул. И потом уже на дотах добиваете этих... как они называются? Фанатиков. Справа в кружке играют вары все. Энх. И эти, когда добьете, там совы, там все, вот эту хуйню добьете просто своих мобов. Также забудьте дотайте наших мобов. Здесь будет пачка из 4 мобов, а везде 3 моба. Так что, если 3 моба быстренько ебанули, там, или у них хп уже мало, повернитесь, помогите, задотайте. В принципе, по пачкам это самое. Если будет что-то хуево, там, просто свичитесь на сторону, где моб недобитый. Скаф, поставьте, пожалуйста. А это... На второй фазе кто трэш держит? На второй фазе. Ну, трэш ты. Блять, хуево, что мы не без ДКшника. Или у тебя агро получше будет набираться? У меня, наверное, получше будет набираться за счет двух чарок. Да, у тебя чарка какая-то, я смотрел. Давай ты тогда будешь со мной на боссе, а Рарник будешь на трэше. Вот.
Значит, для хилов это для вас информация. Вы там на рарника две частицы, всю хуйню, ну, на второй фазе кинете, он будет трэш танчить, вот эти три баба. Вот, ну на трэше на второй фазе пускай сидят, вот как. Вары, короче, пускай ДПС не теряют. Ну, если увидите мобов, там, пол хп там мобов, чаржнитесь, ебаните пару вихрей. Типа, ну, я думаю, вам не впадло будет вары это сделать. Ну, а так, пускай на трэше сидят совы, ну и локи. Вот, и мультидотайте эту всю хуйню. Ну и Акиса бегай. Акиса бегай с ними. Рыбку можно, которую бро сложила. Так, и давай еще какого-то... Да, ставлю рыбу. Какого-то рогу одного. Давакин, короче, ты полностью на трэше напуливаешь. Блять, рогу добавлять? Нет. Похуй, сидите на боссе. Не надо, не надо. Все, все, похуй, пускай Давакин будет. Рарник, значит, на трэше. Все, самое главное, вот это все, все хуйня, что первая фаза трэш убивать, все это поебень. Самое главное, вы знаете, блядь, это зеленые духи ебаные. Вот вы патч поставили, кто поставил, кто не поставил, это их не хлопать и все. И мы тогда ебанем сразу. Давакин, заходишь? А потом, блядь, сейчас ебанем, я еще, блядь, попизжу с вами, блядь. У меня пара вопросов есть, блядь. Я там не читал, нихуя там в Дискорде понаписали. Ну, кое-что прочитал уже, блядь. Не матерись. Не бей. В смысле, сейчас не материться? Я никогда. В данный момент. Потом можешь. А сейчас что там, дети у кого-то? Там мы сами дети, блядь. А, я понял. Поддатые дети. Поддатые. Паладин, а кто там кулак бафает? Обновите. Давакин, ты где, блядь, Давакин? Ёбаный свет. А, ты говоришь, не материться. Скорее. Уважаемый Давакин, вы где? Надо помянуть. Пишем в Дисе. Дис, ебани, чуть напиши. Заходишь, хорош, красавчик. Многоуважаемый драконорожденный, блядь. Вульфрик Булевестник. Я хотел сказать, промолчал, блядь. Не вкатил Skyrim, блядь. Два раза запускал, не смог играть, блядь. Ну, песня охуенная. Да это Skyrim. Тебе надо начать, а дальше пройти, да, понравится. Ну да, не спорю. Все, принимайте, готов. А, блядь, че мы с вами ебланили, че вы мне не напомнили? Ладно, это самое, если выпнемся, там фласки пораздаем, если у кого нет. А так, пейте, еще выпили сейчас. Кто без фласки, тот пидор. Ау. Фарло, че тебе, СПД? Ну на, СПД. Да, и это наш РЛ. Равист? Я не РЛ, я так. Котлета на палочке. У меня ник розовый, мне можно. Паштет, короче. Травист, ты готов? Трависта нету. А ты чё, Анька, это самое? Как Анька? Ты тут нарисовалась-то? Скучно? Я же тебе говорю, по себе соскучилась. Циркуль говно. Изенгард рулит, ясно? Я не была там 100 лет. На циркуле. Блять, травист вылетел, сука. Может, нарелогается. У него 5 гладит, видимо. Я рублю его уже, честно, прям начинаю гореть. Да ладно, не гори, мы это подождем. Ты же все-таки этот вихрь кидаешь. Это ж пиздец. Если вихрь. Я ждали полчаса еще. Я просто видел, блять, когда. Челика берет в контроль, он там дает косу ледяную нахуй на ФДК, блядь. Просто минус 8 сразу, минус 10 нахуй. Пизда, просто минус рейд, блядь. Так, давай журнал гильдии пока посмотрю, пока делать нехуй. Так, журнал. Так. Миловица. Там какие-то войды целый год не заходили. Да это, блядь, мои там, нахуй, другой аккаунт. Да какой-то. Я знаю. Airbender, а, ну да, в принципе, ну, пару челиков прибавилось. Ну, вот Миловица, супер скиллованный игрок. Мы как-то раз с ней в целка 10 оп пошли, блядь, 5 часов проходили. Вдвоем, да? Ну, как вдвоем, блядь, там еще пуги были, блядь.
Потом... Ты еще вспомни, как ты меня танчить учил. Говоря о скилловных игроках, я первый на ру прошел десятку целка в геройке. И ты говоришь о скиллованных, я сейчас рукожоп. Вот. Так еще есть скиллованнее, чем ты. Джерри он называется. В то время не было. О, Джерриона не хватает, да. Ебать, был бы тут Джерриона, нахуй, он бы Аугу играть научил, нахуй. Сука. Да, я бы тут не рейлил тогда, блядь. Тут полгильды вообще не было просто. Да. Да почему полгильды, блядь? Не, мне кажется, 25 человек тут хороших есть. Мне нравится. Нет, я тебе про то, что Джерриона надо это, выносить же еще. Поверьте, с возрастом все становится хуже. Мне кажется, если бы Давакин был девочкой, он бы на него наехал. Сказал бы, где твой напул, нахуй? Где твой ДПС, блядь? Видел там тренька на иншу появилась, которая сама активируется? Ну, которая хосту дает. А ты имеешь что, на руки? Так ее проще даже поставить. А то ее вписывал везде, во все макросы, а теперь пускай она сама прокает, да и все. Ну да, вот просто у него старые, вот. Может, сейчас будет проще, я на мобильный перешел. Нафиг надо сейчас вот эти прыжки туда-сюда. Ну ты загружаешься, да? Да, уже догружаю. Притон ушел. Кто следующий? Че вы отваливаетесь? Эквалайзер просто. Сейчас главное только, чтобы не пинговало на мобильный. Да, будем надеяться. Вы это не забыли, какие там я вам метки говорил? Вадикон, квадрат, равист, луна и синтек треугольник. Угу. Так точно. Давагин, притон. Давагин готов, притон. Притон. Вон, совинный рой у нас. Бля. Притон тут. Хорош, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ну давайте. Трэш хуярим. Трэш. Баный боб меня он бесит, блять. Дак нахуй на ту сторону идет. Контроль секунду. Кастеры не справляются, мне можешь одного дать. Биг Дэм, иди, иди на левую сторону, Биг Дэм. Пошел. Ну, в смысле, в будущем. Вы законтрольте. Не надо, пусть там будет. Просто я повис изначально. Когда, это ты развис? Да. Трэш, секунда. Биг Дэм будет там. Если, если будет еще мало, то еще вара дадим. Да ебать, приверженец ебаный, нахуй. Ну-ка, фанатиков соберите, пожалуйста, они тут бегают, РГБшников убивают. С какой? Со стороны звезды, что ли? Ага. Ну все, Биг Дэм ушел, нахуй, у нас моб живой, блядь. Ебаните фанатика, пару хп. Хилится, видишь ты. Акиса диспель там по КД, ну как от КДшится. Вроде он один тут был. Да, Луга был в контроле. Да. Две секунды. Трэш. Тут второй фанатик вышел, где 4 моба. Смотрите, я на него слил этот самый грипплку. Если что, надо будет стан дать. Или отбегите там, если вдруг он будет кастовать взрыв. И, блять, промахи сопротивления, ебануться. А это магия. Это магия защиты от тьмы, снимите, нахуй. Престовскую. Так это магия природы. Контроль там что-то когда? Или был уже? Был, был уже. Хуярьте по боссу. Лишние там 3 секунды. До ляма там, до полтора. Вот 3 ляма сейчас. После этого трэша будем переводить. 2 ляма. Все, стопайте по боссу. Фулл ДПС в трэш. Прям сливайте сильно трэш. Так, тут этот фанатик вышел. Че, взрыв закастовал? Притон вылетел. Синтек контроль, мага за контроль. Захуяривайте трэш.
И все, фулл ДПС по боссу. Переводите 500 тысяч. Ага, я пошел на босса. На пул и на воида готовьте. Хуярьте босса, переводите. Быстрее, быстрее, быстрее. Равис создал поводикона. Давай. Быстрее переводите. 3 секунды до трэша. Все, на пул на воида. Трэш. Захуярьте трэш и потом босса бейте. Давайте. Гим на ману сдайте. Бесса на ману. Это фанатика, 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 блядь. Побежали духи. От духов бегайте, самое главное. Геру дайте, если у кого-то без КД. Все, контрольте. О, блин, опять контроль. Фанатик, фанатик опять бежит, след... сука. За... Дух в боссе. Ну, красавчики. Так, Вадикон, ресай топу. Духи побежали от босса. Бежим, бежим, бежим. Не хлопните, главное, духа. И все, и босс ляжет, как хуйня. Этот, на пулы все, все на пулы, 4. Давайте на рарника сейчас. Духи побежали. Я не танчу, я не танчу. Я знаю, что я ты не танчишь. Значит, Биг Дэм в аугу вмешательство. А, в холидринка я забыл, нахуй, извините. Холидринк на боссе. Биг Дэм в аугу вмешательство. Там приверженец у вас. Айновен, давай массакру. Песа гим на хп. Этот. Биг Дэм. Биг Дэм по откату дашь в аугу еще раз. Рарник, забери трэш. Синтек реса и спирита. Мобов убивайте, и проблем меньше будет сразу. Выбегайте от мобов, от духа бежим. Все, на пулы все на воида. Спирит, вставай, фулл баф по спириту. Биг Дэм и на стресс вмешательство по ауге. Ауга, блядь. Что он там, блядь, жестер этот, блядь, на ауге. Ауга, иди на трэш посиди, блядь. Там. На иди пачку трэш. Бей, нахуй, иди трэш побей. Всю свою энергию выплесни, да, блядь. Тихо. Отбежим от духа. Блядь, бидон. Вставалку юзай, щиток по бидону. Тотем ставь, бидон. Не ловится гем на ману. Ты сдавал, я же говорил. Хорошо. Все инра друиды свои в автономном режиме раздаем. По бидону парочку можно, по инновену можно дать. Вот здесь надо убить приверженцев, их два будет. Помогите убить. Мили, мили. Бежим, милики. Так, еще у кого-то четвертый БР есть, я забыл там у кого, блядь. Бежим от духов. Мили. Дал незыбку, бежим, бежим от духов. У кого там она БР просто... есть? Нету, нету ни у кого. Спиритс. Бежим от духов. Четвертого друля нет. А, точно, был же инвалид, я и забыл. Сейвы. Все, так играем. Блядь, сейвы. Да ну нахуй. Биг Дэм. Все, все, ложимся. Биг Дэм, ГЦ. ГЦ, нахуй. Первый. Первый за все время, блядь. Короче, заебись, играете, только это... Биг Дэм сейчас лопнул просто. Только сова шоты. А ты фарла как сдох на хулипале? У меня 36 тысяч каст взлетел. Понятно. Это... Кто тебе из наших врезал так? Сова? А, я не сова. Знаю, я не могу информацию о смерти найти. Так, первый вайп. Во, нашел. Вадикон. Да, да. Неплохо. Сова. Вы там смотрите, когда сов и их три в рейде. Когда сов в контроль берет, их все три вряд ли сразу возьмут. Давайте им там жабу, фир нахуй, стан, любую хуйню там, дизарм, ну какой-нибудь поебень, блядь. Этот. Ну что, особенный, да, какой-то? Всем по 50 дают, а мне сотку сразу. Сотка, сотка, сотка в гере будет. То есть это дефолт. Да, это дефолтная хуйня в гере. Я в прошлый раз сотку получу. Я что-то. Не, я просто подумал, с этого КД вроде началось. Нет, вставлю. С того, когда начало. С того это когда, ну да, когда первый раз убили. Да потому что полтинник хуета нахуй. Для обычки пускай полтинник, а для Геры сотка пускай. Не, поверь, для Биг Дэма даже полтинник это стоящий. Да понятное дело, блять, хули. Кто вверху рейтинга идет тому. Он и так вверху нахуй, он ему, блять, нихуя не мешает. А, не, это у меня по приору не было. Он уже внизу, блять. Он там свято свыше.
Да не ставь, он не специально, блядь. Первый раз может. Да. Простим пацана. Но если кто-то специально ебанет, то надо из гильдии кикать сразу. Не, ну два раза, если кто там щелкнул. А как вы вычислите, специально это было или нет? А, там кое-кто, блядь, напишет потом. Сейчас покажу. Все, бафайтесь там, что? Все 25 человек тут бафайтесь. О, я рыбу пожру. Фласка 41 минута, это означает, если не убьем, пока эта фласка есть, то хуёво будет. Больше смотрите, чтобы не хлопнуть. Все готовы, да, отчет. Простой босс, все по кругу, то же самое идет. Поменьше ДПС, а побольше смотрите. Так, притон. Притон, дай СС парависту. Там как будет время? Помогите это в кружке в ромбике. Пару доток. Только прямые заклинания не кастуйте. Ну. Трэш 5 секунд, готовимся. Три хила в контроль. Проклятие вон. Три совы на могут. Маг... На холидринке диспельс. Оно способность. Вот там мобы разъебите. Че он кастует. Вы первую след леди убиваете? Трэш. Контроль 5 секунд, готовимся. Блять, приверженцы одни идут, смотри-ка, блять. Контролим. Бедона. Блять, как же такого-то вот там. Помогите, где 4 моба? Где в ромбике? Фанатик бегает за мной. И там вот орды. Хиливается, добить надо. Следующий трэш. Вот 3 ляма у босса, следующий трэш секунда, контроль 7 секунд. 2 ляма, еще лям подбейте. Все, стопайте по боссу. Трэш зергаем. Там еще 200 тысяч подбейте. Вот 900 тысяч. Слева. И кособокий. Все, зергайте трэш максимально быстро. Все, по боссу full DPS, все RDD, все переводим. Трэш дотами доест там. Фанатика потом добьете. Давайте переводим. На пулы на войда готовим. Все, пачка трэша вышла, помогите сразу ее убить. И потом спокойно босса играем. На первые духи дам не зыбку. Ёбаный в рот, ну давай. Бежит. В боссу бежит. Духи, бежим с центра, убегаем, вон бобы. Так, на пулы, на... Полидринка. От духов Духи. Бежим, с лестницы бежим, два духа. Бежим, не стойте! Сука, не словите духа. Вообще, два приверженца надо быстро убить. На холидринка, на пул? Да, ты там второй нормально. Духи, бежим, вон на лестнице бегут наверх к вам. Совы, позиционируйтесь немножко к центру, чтобы успеть дотянуться до всех. Контролем. Духи в тотемах бегают. Бежим ШП там или кто там стоит? В центр бежит босс. Контролем людей. Рарник, дай массакру. Рарнику главное помогайте трэш добивать. Не падайте никто.
Кэлла, захиль себя. Что-то там хп у тебя мало. Бежим. Духи. На пулы на Войда? Да, давайте Геру, если в КД не слили. Духи, бежим. Вас возле леди прям съебались, милики, быстрей. Милики ушли, быстрее. Не думаем, нахуй. На нас дух бежит. Ну это на меня, вот. Все на пулы на Войда даем. Духи, на лестнице бежим. И в центре он бегает. Дух в миле бежит. Давай на следующих духов, значит, холидринг вас сокрудаш. Дух под боссом, миле. Под боссом. Прям под боссом. Дал. Блять, минус 3 нахуй. Значит. Звездочка, трэш, помогите. Синтекс. Все на трэш идите, помогите, убейте, и босса дальше будем бить. Этот. Синтекс спирита. Да, да, молодцы. КД. Ладно, Вадикон спирита. Равист историю. А синтек, когда откатится. Рарника бы подняли. А, или дринка. Этот. Равист, иди рарника тогда резай. Справа трэш. Это трэш возле, возле босса зергаем трэш. Духи тут бегут. Возле босса зергаем трэш. Блять, да это залупа какая-то. Вы хлопаете или что? А что с контролем, ребята? Да нихуя уже, все нахуй. Фанатик. Так, фанатик. Да, я кинул тарелку. Всех поубивал. Все, ложитесь. Трэш долго живет, ребят. Кто на трэше? Скажите, кто на трэше? Сказали РТДшники, ну, я периодически... Ну, куда проще, смотри. С левой стороны мы били, ладно. Потом трэш появляется с правой стороны. Проще правым РДДшникам начать бить. Согласны? Чтобы не перебегать другим. Ну, контроль плюс один, блин, это, конечно, круто. Вадикон готов? Отправляю кода хера грамм на трэш. Попей там рез него, ну или нормально тебя поманит. Слышишь, Войт, вопрос такой, на среду ты еще вот целка будешь ставить? Да, зависит от того, что сегодня-завтра пронесем. А, ты имеешь в виду проход? Ну да, да, да. Ну да. Квартальный хуярить мы. Вадикон, готов ли ты вылетаешь что-то? Да. Вадикон. Блядь, нет, не готов пока. Что-то лагает у тебя? Да, не могу загрузиться. Ну ты вроде у нас бегаешь туда-сюда. Ну я на экране тоже бегаю, а игра у меня не бегает. Блять, хуёво. Пиздец, кофе налил, все остыло, сука. Так ты не смотри на него, а пей. Да как вас, блядь, буду это. Так ты это возьми нам. Через трубочку. Да-да-да, только и хотел сказать, трубочку купи себе. И через трубочку тоже же можно сербать, блядь. Ну, может тогда лучше эту кепочку с двумя фигнями по бокам и через трубочку пить. И играешь, и пьешь, и не отвлекаешься, ебать. Кепочку с чем? Да, с кепочкой, с двумя этими емкостями по бокам небольшой пить. Да туда уж лучше в одну вискарь, в другую колу, и нормально. Ну, вообще идеально, кстати. Я прям так и делаю. У меня так знакомое дело у него была эта херня. Что-то Вадикон не прогружается у нас. Что, так и висит игра у тебя? Ну, ничего не делает. Если кто-то... Пизда, блять. Это все из-за вайпа, нахуй. Я понял, это на самом деле пацаны БР ждут. А, понятно. Продуманный план. СС в бою повешать, если еще на кого-то или сейчас. Ну, это. Вешай на синтека.
А притон, короче... Я повешу, у меня КД. Ну все, сейчас вешу. А Уга, сколько у тебя там, миллион? 60 на этом персе, еще на других по полтиннику примерно. Шо, то есть, ну, дай 100 тысяч, пожалуйста. Вроде нормально. Кончается, так, нормально. Да? Так, даю проверку тогда. Всем привет. Здорово. Здорово. Привет. Рарник. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти... Трэш. Да ёбаный мудак, куда ты ушел, блядь? Не проебите равник, сейчас сдохнет же. Беги от него, блядь. С танка с обоком и беги. Он бьет больно. Трэш. Контролем. Да что там? Хэлла, вставалка есть? Левого фанатика добейте. Убегал от лужи и взорвался моб. Ага, фулл баф по Хэлла давайте. 3 секунды до следующего трэша. Помогите мобов в ромбике добить. Ебаните пару костов туда. Следующий трэш, контроль 7 секунд. А, тебя уешим 4 моба. Дайте контроль, пожалуйста. Там назначены люди с контролем, не просите контроль. Здесь они дадут. Блин. Вставалка есть, Акиса? Блять. Акиса фулба. Бидон вставалка КД, да? Этот. Давай водикон реса и бидона. Сразу и норму. Сейчас еще пачку убиваем, трэш, там 3 ляма. Иннер по бидону. Еще лям снесите у босса. И трэш. Трэш в ромбике. Захуярьте. По боссу больше. Мне ослепление дали. А вот сейчас. Я на кулаках просто по 7 тысяч, блядь, клюхи отрубал. Все, все босса переводим, переводим босса. До трэша 7 секунд. Лям. Блядь. Не переводите. Переводите. Да какой нахуй не переводите, блядь? Все, все, все. Уже все надо переводить. Вы смотрите тоже на хп босса. Надо было подольше просто посливать. На первых духов дам не зыбку, на вторых там полидринг дашь. Вот. Все, дал. А нет, не дал. Дал на вторых. На следующих дашь там. Блять, Равист, Миловицу, Ресы и Иннер ей дашь. Духи побежали, от леди бежим. Сдал. Миловица, вставай. Мелизона. Вставай. Иннер ей давай, себе щиток. Бежим, милики. Да. Блять, это пиздец. Ложимся, нахуй. А Уга уже не выше Биг Дэма, нахуй. А Уга, блять. Не, ну там я рили просто не увидел, он в милизоне был, блядь. Так нахуй выпрыгивайте, выпрыгивайте.
Да он не работает, вот, блин, блядь, ебаный гоблинский прыжок оставляет тебя на месте, нахуй. И ты один хуй лутаешь духа. Да без прыжка, просто стой подальше. Пешком, вы, блядь, механику прыжка не знаете. Вы пока не, как бы показывает, по идее, то, что вы прыгаете или там летите, а по идее вы остаетесь на... Че, Вадик, он зашел нормально? Да не, не нормально. Как же лагаешь? Да я хрен знает, фризит что-то сегодня весь день. Ну как можешь, так играй, короче. Этот самый, имя имен, давай СС по синтеку. Мистери, по кому ты давал? По Рависту, да? Нет, я давал по синтеку, но у меня КД. Короче, по Рависту потом дашь, а Притон по Водникону давал. И так по КД по нему давайте. Проверка. Это, на второй фазе, вот, ребята, не поленитесь, там, ебаните в трэш вот РДДшники. И кто там бегает постоянно с миликов? Давай. На стресс пускай Ауга. Ауга ограда хуя генерируешь. На стресс с Аугой бегайте. Энх. И им РДДшники помогайте. Вот вас пока трое. Если будет мало, нахуй, просто переключайтесь. Давакин, ты четвертый, сидишь на трэше пока. Трэш, и выходишь, бьешь трэш. Вот, да, ты трэш, и тебе еще три тела я назвал. Астрес, Ауга и Энх. Сальва, если по Ауге нужна, говорить. Он на трэше будет. Ну там, если надо будет, скажем, по-умно посмотрим. Давайте, блядь, уже дальше надо других ебаных боссов бить, уже, сука. Так, я так же в звездочке, как Холи Дринк. Кстати, блядь, нихуя, у нас же поменялась эта хуйня. У тебя как с агронабором? Ну, как бы есть, но не сильно. Ты могу на трэше, если хотите. Ладно, будь на боссе со мной. Я хуй знаю. Давай попробуем. Дрит инвалид, Вадикон. Вадикон готов? Нет. Ну, у тебя сова дергается туда-сюда, типа ты ходишь. Че, готов? Ну давай попробуем. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Ресса, кису, синтек. Два моба помогите. Фу, баф по кисе. Кособокова захуярьте. Новый трэш выше. Пачка трэша, 4 моба, помогите, РДД, повернитесь, ебаните. Контролем. Фанатик это что, РДДшный, да? Да. РДД, ебаните фанатика в ромбике. Физуха вроде снижена по нему. Следующий трэш, секунда.
Притон вылетел, блядь. Ебала какая-то, блядь. Трэш выйдет, не свичитесь в трэш, секунд 5 еще босса бейте. Бейте еще босса до ляма. Песа на боссе оставайся, остальные в трэш. Все, все, переводим. Перевод босса 500 тысяч. Трэш добьется дотами. Там фанатик захиливается, прям жестко. Переводите. Звездочка, быстренько добейте. Помогите добить. Сейчас вот перевели уже, помогите теперь трэш добить. Нате Геру. Spirits. Так, дал не зыбку. На пулы на Лингрена. Великий, бежим. Все четыре на пулы на Лингрена ПКД даем. Захилим людей, выходим с лужи. От духов бежим, зеленые такие. Бидона захильте. Рави стрессы бидона. Так, агро вроде набрал. Еще один на Лингрена и остальные потом на Война. Выбегаем. Spirits. На выживаемость играйте, себя захиливаете, выбегайте. Все, все на пулы на Война даем. Фанатика убейте. Мабап, милики побежали, милики от босса побежали, вон там на ступеньку пошел. Трэш возле звезды вышел. В милике этот дух зеленый, вон беги, беги, беги. Лучше побегать нахуй, чем вайпануть рейд. Духи возле леди съебались. Это что, блядь, бежим. Так. Вадикон, историю ресы. От леди бежим, дух. Не хлопайтесь, живем, живем, играем. Убить можно еще. Вадикон, историю и пробуем доигрывать. История, вставай. Историю фулбаф. Духи побежали. Сейчас незыбка скоро будет. Бежим, милики, бежим. На пулы все теперь 4 на лингры надаем. Бежим, 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 милики. Святос, вмешательство по Эйе, дай. Эйе, глыбу, незыбку, этот. Бежим от леди, бежим, духи зеленые. Эйе, скиньте агро. Бежим, 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 я бегу, блядь. Новые духи, секунда. Все, Лингрен сейчас будет, заберет. Истори сдох, нахуй. Парла лежит. Ебись, нахуй. Все, по Лингрену на пулы даем. Бежим. Spirits. Возле леди прям бежим. Бежим, бежим от них. Ну а Уга, ебаный ты в рот, нахуй. Да я отошел от него. Так сука, отхуй, блять, иди трэш бей. Так я возле трэша. Все, на Войда напуливаем. Рарника прохильте. Рарника не уроните там. Бежим от духов на лестнице, два духа. Не ложитесь больше никто, блядь. До берсы там еще 3,5 минуты, можем убить, если никто не будет падать. На Войда напуливаем. На леди бежит дух. И новые сейчас появятся, два, смотрите. Новые появились возле леди, бежим. Бежим, бежим, на нас бежит он. Все, сейчас новые еще появятся. На пулы на Войда все даем. У меня 0 стаков. В центр дух бежит, милики, съебались.
контролем людей, дать эфир, атмосфер, масса крови, наверное, какую-нибудь хуйню дать. По боссу больше бейте, 20 лямов, 2 минуты. Бежим, бежим, на нас бежит. На следующих уже незыбка должна быть. Дал незыбку. Захилимся, на фулл хп держимся, ПС подхильте. Что-то босса совсем не бьете. По боссу побольше играйте. Контролим людей. Духи побежали, с центра убегаем. А чё с фанатиком танк? Я мёртвый. А. Так, ну, чё, ложимся. Так, чё, Давакин? А выше него кто там хлопал? По-моему, без хлопков. Давакин только под конец хлопнул. Да. А, я Уга. А я никого не убил. И себя не убил. ГП все равно будет, блять. Почему? Я же никого не убил. И себя не убил. То есть в рейд по факту не лайкнул. Задизморалил ты, пацанов, блядь. Ачивку получишь. Не, ну серьезно, вот я же никого не убил, блядь. Я же отошел, взорвал, похуй, взорвал, блядь, но не умер. Но это было дело случая, просто. Блок щитом я нажал, блядь, нажал эту стойку, блядь, все сделал. Сыпимся, как хуйня, как какая-то параша, блядь. Три человека лежит, блядь, хуй с ним, можно еще бить. Дальше начинаете падать. А, от чего падаете? Вот Фарла там, от чего сдох? Бедон, у меня синтек убил. Как-то давай, блядь, назначать будем. Давай три лока, короче, вот смотри. Мистери, контролишь синтека, фиром, когда его в контроль берет. Притон Рависта, а имя имен Вадикона. Давай еще сверху добавим на вас. Акиса, жабу даешь Вадикону. А нет, жабу не дается, да, сове? Тогда что там, блядь, есть? Стан какой-то. Что, ходить за Вадиконом, блядь, по пятам, что ли? И ждать, пока он попадет в контроль? Если он в контроль попадет, нажми запомнить цель его. Попадет он в контроль и даешь фир. Мы можем быть в разных этих концах. Ну, и... ничего страшного, подбежишь. Поставь в центре портал. Централизуешься с порталом. И туда портануться. И чтобы да. Ну, типа ближе. Ближе хуёво, хуйня. Короче, я вам так скажу. Вы такие интересные, блядь. Контролить надо людей. Дотягиваешься, не дотягиваешься. Контролишь, просто даешь эфир. И я все. Контролю того, кто вот рядом со мной вот в данный момент сейчас находится. Я любого контролю. Сетку кидаю, фир даю, короче. Неважно. Вот. Короче, я понял. Я, ну, если вы так будете думать, то мы просто, ну, каждый раз будем сдыхать на второй фазе, блядь. Добежишь и дашь контроль. Вот и все. Это пиздец, сколько секунд может пройти. Ты да вот... правильно, лучше пиздец, сколько секунд потратить, зато, блядь, хила не убьет. Или ДДшника какого-нибудь, или танка. Короче, а, ладно. Короче, все. Все, понятно. Все, похуй. Это самое. Тогда давай, кто там? Давакин, что там? Глушащий выстрел дашь. Что там еще есть? Фарла, короче, возле Вадикона бегай. Дашь ему стан, если что, блядь. Айновен возле Синтека бегай. Он там хилов разъебает. Дашь ему стан. Я вот посмотрел, там как бы Восклева убивали. Я вот никого не убил. Эрбу вот, ставил, не того, ешьте. Мучественно, бидон, короче, просто его задотали, убили. Акиса, потом его Калун убил. Потом история тоже... Ну, Калун, это или агрос рвал, или подъебало забежал. Ну да. Можно забежать подъебало, когда вертят в разные стороны. Духом, ну да, бигдемки истории умерли от Калуна. Потом бидон его, тычка, вот мстительная тень дала. Вспышка. Понятно, проблем дохуя, решений нихуя, да? Лучше будем сдыхать, вайпаться. Это от вас вся эта залупа зависит. Если вы не хотите убивать, вы будете тут сидеть, сука, до самого развала, нахуй. Сыграйте с Ивова, нахуй. Не убейте друг друга, блядь, законтрольте. Секунду эту проебите, имя мед. И тогда рейд доживет, блядь. 3-4 тела будет лежать, но не 10, нахуй. Мы в 10 тел лежачих не убьем, блядь. Я что хочу сказать, ты можешь понять, что мы можем в разных концах комнаты находиться, и расстояние... Я это огромное. Знаю прекрасно, это замечательно, круто, и что ты предлагаешь, блядь?
И пока, блядь, я туда куда-то там ломанусь, чтобы его там, блядь, это... Он может кого-то убить. То есть я предлагаю, что кто рядом находится, блядь, контрольте. Ребят, тем, чем снимите, пожалуйста, Престовскую молитву защиты от темной магии и лапу. Потому что если по вам давать контроль, я какого товара контролил 3-4 раза. По нему ни койл не прошел, никакой этот фир. У него ярость берсерка еще есть, который надо сливать варом перед контролем. Притон, ты тут? Да, там у многих всякие способности. Я тоже что-то ветерком 4 раза кастовал, только с 5-го попал. Притон готов, дает что-то. Так, СС по кому? По синтеку, да? Да. А мистери? Мистери. По Вадикону, наверное. Да, наверное. А Притон тогда по Рависту. После трэша, да. На берсы время хватает, просто, блядь, не падайте. Постараемся выжить, блядь, друг друга подхиливайте, там, контрольте, блядь. Фиры давайте. Ребят, магии дайте, воскрешенный фанатик. В звезде. РДДшники, ваш моб, ваша сторона, блядь. Все совы там, все три лока там, и маг там, и хант там играют. Для справки, если что. Три моба, помогите АОЕшкой, пожалуйста. Контролем. Там опять перерождён. Воскрешённый фанатик, звезде. Маги. Синтек ресы на стрессе, блядь. Как ты сдох, блядь, на первой фазе? Меня в контроле отпиздили. Кто отпиздил? ГП, короче, ну. Получен. После боя смотреть надо. Если не ошибаюсь, это был шаман. Шаман нанес 1к ему. 4 моба и башьте. АУЕшку дайте, пока контроля нет. Все, контроль уже. Контрольте людей. Ну, 4 моба. Тут можно дать АУЕшку. Кособоки стоит фуловый. Ебаните РДД. С той стороны добили, помогите нам в ромбике. Вот сейчас 4 ляма на боссе. Босс объем до ляма. Трэш 3 секунды. Фулбафы там по вару обновите. Каску, лапу, пристабаф. Если еще не обновили. Не вижу бафов на мне, только лапку. Каску, кулак. Кособокий, сука, пришел, блядь. Все, трэш, трэш зергаем, 700 тысяч на боссе. Зергаем трэш. Зергайте вот эти фанатика, кособокого вот этого. Я ему сейчас такого дам и побежал. Я пошел, заберешь орника. Все, переводите босса. Войда на пул готовьте. Да ебаный в рот, где ты под боссом сдох? Или где-то тебя... Этот... Рави стрессы топу. Выходим. Зыбку на духов дал. Геру там, как обычно, нажимайте Геру, если без КД шаманы. Духи, бежим в центре. Топу захильте, фулбаф по нему. Надо еще подамажить ему. Все, один БР только у нас. На Вадиконе. На Вадиконе СС есть? Да-да. Хорошо. Бежим, прям под боссом, прям под боссом. Бежим, бежим, бежим. Сука, мог кого-то хлопнуть сейчас. По разряжении под боссом стойте, чтобы увидеть духа. Вот два духа возле босса, съебались. На пулы на Лингрена. История ваниш. Бигдем на Угу вмешательство. Вот леди там духи. Вадикона не пробите, сука. Все, просто сейвово играем. Мы задпсим эту хуйню. Духи побежали возле леди. Бегут к нам в леди прям. Съебались. Все, Линкен забрал.
Трешник. По боссу больше хуярьте, кто там чилит, блядь. Бежим, бежим, бежим быстрее. СС есть неиспользованные? Нет. Давай, Вадикон. Бидон духа взрал. Сука, бидон повнимательнее. Топ урез и все, играем до упора. Топа, сейчас духи исчезли. Вставай, фулбаф по топе. Блять, нажимай ложный выпад почаще, роги нажимайте. Контрольте трех людей. Не, РСП убил. Расфиряйте. Ну, ШП это кош. Почти не нажимает. Ваниш нажимает какую-нибудь хуйню. Бежим, бежим. На пул и на войда даем. Я пока второй там нормально. Не сорвет никто. Духи побежали от духа, вон звездочки. Все забрал. На следующего дам незыб. Даю незыбку. Бежим. Убегаем. Духи, вы возле босса съебались. Быстрее, быстрее упрыгнули отсюда. Ну ебаный в рот, история нахуй. Под незыбкой были. Фир, фир, дайте, расфиряйте эту хуйню, все. Мобов, не убейте их, только не зауешьте. Побежали, духи, духи, духи. В леди бежит. А бля, трэш, бейте. Трэш, помогите, кто там? Ауга, иди на трэш. Духи, возле леди прям. К трэшу бегут. РДДшники, помогите трэш. Вот, добили, все, босса бейте. Это, блядь, активный босс, нахуй. Духи побежали. С кружка вон они летят в центр. Один по ступенькам. В центр отошли. На Лингрена на пулы. В центре дух съебались от него на 30 метров. Еще в центр летит к Дживсу, блядь. Расфиряли эту хуйню. Фир дали. Вот и контроли сверху. Станы по ним. Духи побежали. Массакра есть, рарник? Я нету, нету. Хули, есть у меня. Есть. Следующих духов. Давай я сейчас массакру. На этот на дух. Дал, дал, дал. Все, а то вдруг кто-то постоит там. Перестраховать, блядь. Все, следующие духи, готовимся. Бежим, бежим, духи возле леди. Все тотемы ставьте на ману и ПС гим на ману читай. Побежали от леди духи. Дух возле леди, прям на леди бежит. На пулы на войда даем. Все, расфиряли людей, расконтролили. Сову, сука, стан ему, блядь. Никого не убил. Рарника, захильте, захильте, захильте. Бежим от леди, бежим, дух на леди бежит. На войда напуливать продолжаем, пока босса не заберу. А трэш живой, блядь. Трэш, помогите все убить. Где он там, блядь? В ромбике, два моба, ебаните. Все забрал. Дух с лестницы бежит. Так, дал незыбку. Духи побежали. Приверженец на лестнице. Трэш убить и приверженца. Так, Вадикон, давай по гримзолу, Иннер. Расфиряйте людей, расфиряйте, блядь. Главное от духов бегайте, и все, хилы захилят эти стрелы. Побежали от духов. В центре. Быстрее, вышел с контроля, убеги. Еще чуть-чуть пару трэшей поиграем, потом просто свечимся в босса. От босса ушли духи, духи, духи. Так, где там рарник? Духи побежали. В центре один и на ступеньках леди бежит. Сейчас контроль. Расконтрольте, дайте эфир. От леди ушли там дух. Расфиряйте этих людей под боссом. Ослепление дал мне, сука. Сука, назад отбегал, духа поймал. Пизда. Поднимите там. Этот. Да кто поднимет-то, нету БРа, блять. Все свичнитесь в трэш. Сейчас кому-то же собирать этот трэш надо, нахуй. Пизда, блять, ёбаный в рот, нахуй. Это босса вводим вместе с, к трэшу вводим. Дай сюда, блять. Трэш бейте. Ёбаный в рот, блять. Трэш новый вышел, его надо убить. Напуливайте его на танков, на любых, на Войда, на Лингрена, вот. Всю эту хуйню кучей ауешим, ауешьте эту хуйню.
Мы же два хила только живых, блядь. Да ёбаный в рот, нахуй! Ложитесь, нахуй. Я помню, я поймал. Дико извиняюсь, а хил где? Сдох. Умер, наверное. Все? Скорее всего. Скажите, пожалуйста, вы, вас как-то в контроль берет? У вас что, ни у кого нет макроса снять пушку? Ну, у кого-то нету, у кого-то ДБМ снимает автоматически.